Ой, что-то я нажрался. Ой, твою мать, что-то пучить-то как начало, так... я только что переехал, мне даже туалет не подключили, мне даже туалета дома нету. Так, нужно пойти посрать, тут сейчас дом весь загажу. Так, куда главное, чтобы сосед не увидел, где-то вот сюда за кусты. Ой, да сосед! Проект Бореалис, на котором присутствует сервера с модом Пиксельмон, где находятся гимны для сражений, турниры между игроками, клон машины и, конечно же, максимальная реализация мира аниме с покемонами. Заходи, играй и наслаждайся. Ссылочка в описании. Ой, так, опять я переехал, опять новый дом. А кто бы? Ну, да, давай, я уже просто ничему не удивлюсь, кто будет на этот раз. Это еще кто такой, а? Там хрена себе, у соседа летучая мышь, домашнее животное. Прикольно, прикольно. Дом, конечно, так, ёханый бабай. А кто дверь открыл этой летучей мыши? Чё-то непонятно. Ни хрена себе, какой криповый дом. Это еще что такое? Ладно, так, мне даже страшно стало немного. Так, сейчас нужно будет разобраться, кто это такой, и проверить, а? Что это за дебил тут живет, какой-то сатанист. Ладно. Так, сейчас я проверю, кто это такой, что за дебил тут живет в таком доме непонятном. Так, ну сосед, открывай, ну давай быстро, сосед! Ай, кто там пришел? Давай, я твой новый сосед, давай. Ой, уберите свет, быстро заходи, не могу смотреть на свет, быстрее заходи. В смысле, какой свет? Ах ты задрот паршивый. Днем, да, играешь, и ночью, все время в игры. Кто такой? Какого черта ты вообще сюда пришел? Ой, ёбаный, да это еще кто такой? Ну, в смысле, я твой новый сосед, пришел познакомиться. Вот свали отсюда, вот и проваливай, да, все проваливай. Да почему проваливай? А это кто такой? Да не открывай ты дверь, это свет светит, это все. Уходи. А да ты задрот, да? Я понял, ты задрот, да, ты даже света не можешь. Да, так, я тогда зайду внутрь. Подожди, задрот, тихо уже быть, задрот. Че тебе надо? Задрот, ты же любишь лайки, да? Ты же задрот. Ой, ну да. А если я тебе дам пару лайков, пустишь меня домой? Ну тогда вначале да, я это подумаю. Ну чаще. Вот прямо сейчас поставил лайк. Все, можно? Можно войти? Подожди, Витёк, что, пустить его? Не, Витёк против. Так, даю что. Вот и больше не возвращайся. Так, все, я не могу оставить это просто так, нужно убедиться, что это нормальный мирный сосед, чтобы он меня ночью не зарезал. Так, еще раз. Нет, сосед, еще раз, пожалуйста, сосед. Кто там? Не скажу. Открывай давай! Че за тупые вопросы? Быстро, Че, прям все настолько плохо, сколько ты задротишь уже? Месяц дома не выходишь. Месяц. Ладно, месяц. Ой. Так, сосед, давай. Что-то сказал больше не появляться здесь. В смысле, ну уж я твой сосед, нужно познакомиться, ты, вот понять, кто мы такие, кто ты такой. Может, станем лучшими друзьями. О! Что тебе? Не смотри на Витю. Витя не хочет. Витя? А кто это? Да, это Витя Франкенштейн. Витя Франкенштейн, охренеть имя. А чё за кликуха, а? Он чё, борец? Да, борец. Пойдем, я как раз поесть хотел, пойдем на кухню. Так, не трогай Витька, я Витёк занят. Фига себе, он накачанный. Тогда я тебе говорю, да, на ладно, кухню, ладно. Идём, быстрее ладно, на кухню. Пошли. Пожрать ничего нету вообще. А чё у тебя тут так страшно как-то, непонятно? Паутина везде. Крест на кухне, сосед, ты вообще дебил. Да, я говорю, в похоронном агентстве работаю, всякие песенки пою на похоронах, вот тут кресты всякие покупаю. Офигеть. Да. Ладно, сосед, я, если честно, только что переехал, у тебя будет что-то покушать, не знаю. Ну вот, у меня вот только всякая вот такая вот дрянь есть, если хочешь, съешь, я такое таким не питаюсь. Послаще, бля. Чем ты питаешься? А ну, поделись. А у тебя диета, да, какая-то специальная? Да, а ну. Да, диета, человеческая диета. В смысле человеческая? Ну то есть я как людей, точнее я как человек ем. Так я все как человеки едят. Да не, ты не поймешь. Тут ты дебил, я лучше с Витьком пообщаюсь, он будет прикольный. Витёк, не трогай Витька. А ну, бицепс 30 сантиметров? Ни хрена себе, тут даже больше. Прикол. А где он так накачался, а? Спортзал ходит каждый день? Да, Витя в спортзал ходит, он мне помогает. А чё он такой страшный? А, наверное, протеинов много жрал, да? Да, видишь, мышцы все наружу вылезли, вот. Да, вижу, вот грудак просто. Да, какой-то...
прогнивший. Или еще и бля говорит. Охренеть, у него голос грубый, да, прикольно. Прикольно. А Витёк, да пошли погуляем, он мне, если честно, да, больше понравится. Не-не-не, Витьку нельзя гулять, ты лучше иди погуляй, я тебя потом как-нибудь присоединимся, все, проваливай домой, и ты будешь возвращать за свет. Прикол, свет. Да чё-то нужно проветрить квартиру, воняет, Витёк там напукал. Проверю, проветрю. Проверь. Все, пока, сосед. Дебил какой-то. Ой, что-то я нажрался. Ой, твою мать, что-то пучить-то как начало-то. Я только что переехал, мне даже туалет не подключили, мне даже туалета дома нету. Так нужно пойти посрать, то сейчас дом весь загажу. Так, куда главное, чтобы сосед не увидел где-то вот сюда за кусты. Ой, да сосед! Так, а ну выйди сюда, тут посмотри. Иди сюда. Сосед, что с тобой не так, а? Да я это... Я сейчас полицию вызову, ты чё, ты... Я просто в театре работаю, это, клоуном. Клоун. Клоун, смотрел, как я сру там за кустами. Чё за клоун ты? Ну, вот я вот такой вот клоун, мне нравится... Клоун извращуга? Не-не, я просто страшный клоун, я пугаю так и все и ухожу. Это не клоун, это какой-то дебил-пранкер, а не клоун. Ну да, пранкер. Ладно, сосед, ладно. Мне кажется, все же стоит позвонить в полицию, а то ты как-то... Только не полицию. Никакой полиции. Главное, никакой полиции. Ладно. Я тогда сам расследую, хорошо? Может, у тебя там трупаки дома валяются? Ты не против, сосед? Трупаки, говорю же, я это... Я тогда в полицию пойду звонить. Не надо никакую полицию. Ну тогда я иду посмотрю, что у тебя там дома такое. Может, ты реально какой-то извращуга маньячина, так? Ой. Так, ой, да куда ты идёшь? Может, подожди ты меня. Может, Витька спросить, он мне точно что-то расскажет, кто ты такой. Конечно, Витя не настроение, не спрашивайте. Мне кажется, он вообще не разговаривает. Ладно. Так, тут тебе сосед ничего нету. Ты не против, да, то, что я смотрю? Да. Вот тут вообще ничего нет, вообще нифига нет, пойдем вот на второй этаж. А почему там закрыто, если там ничего нет? Да пойдем на второй этаж, да ты не переживай. Ладно, пойдем. Пойдем. Сосед какой-то странный. А чё за костюм? Так дорогой, наверное, прикольный да, прям. Да, дорогой, накладные ноги, голова, всё. Рога, крылья даже работают. А как? Хвост даже есть. Да, они механические. А, механические? Дорогие, наверное, да? Да, это. Так, а тут, ну, тут все понятно, тут у тебя тубзилет. Тут... Да что ты делаешь? Да не... Так, это вообще-то мой дом, что ты тут влазишь везде? Ну мне эти полицию вызвать и сказать уже извращуга? Да, всё, смотри. Да, тут ничего нет, просто стена. А, ладно, я тут тогда посмотрю, что у тебя тут есть. Тут тоже ничего нет, да? Сосед, я просто смотрю, есть... Так, ладно, а тут что-то, мне кажется, 100% будет. Да, тут ничего нет. Так, сосед, я не понял, а это что такое? Кто это такие? Ну да, ты спалил меня, да, я коллекционер. Я вот коллекционирую всякие разные статуэтки, видишь, вот статуэтки всяких разных монстров. Монстра? Да, монстров, такие разные тут есть. Они что, живые? Или что это? Не-не-не, это просто статуи, я коллекционер. Зомби, а это кто такой? А это пламенный безликий. Безликий? Нифига. Да. А вот это тогда. А вот это трёхголовое чудище. Чудище, прикольно. А тут чё? А ладно, тут ничего нету. А вот этот прикольно, вот этот мне нравится. Знаю, вот это как в игре есть такой один, не помню это какой. Слендер, да. Слендермен? Прикольно. Дорогие, да. Наверное, если у него вот такие... Кстати, ещё есть уникальная вещь, зеленый писюн, вот есть тут вот. Я ж точно говорил, ты извращу. Какой писюн? Так. Это зеленый писюн. Это крипер, дебил с игры одной. Это какой? Очень редкого монстра. Офигеть. А чё они такие большие? Наверное, реально очень дорогие, а раз такие большие и прям правдоподобные. Я вообще богатый, видишь, как у меня дом большой. Я вижу. Подожди, а если ты клоуном работаешь, сколько у тебя столько бабла, а ну отвечай.
Да у меня просто... Нет, отец у меня коллекционер был тоже, вот я унаследовал. Да, конечно, тут, конечно. Или просто много людей убил, обокрал их всех. Так, ладно, я в полицию пошел звонить. Да какую полицию, полицию? Ты как тебе все рассказал, да стой. Конечно, конечно, коллекционер он, а? Трупов коллекционер. Ой, да заткнись ты там уже. Так, не нравится мне вот этот сисет. Очень не нравится. Днем еще вроде был более-менее нормальным. Вроде был еще нормальным, да? Конечно, света боялся, вот это очень странно. А ночь вообще в какое-то чудище превратился. Что там, следил за мной, какие-то звуки издавал вот тут в лесу. Непонятно, что это за Витя Франкенштейн какой-то. Вот опять бегает. Что-то как-то странно. Горит, ничего не ест, только... Человечит, или я вообще не понял, что он сказал. Не-не-не-не-не, нельзя это так оставлять. Монстры у него, конечно, монстры. Трупаки опять чьи-то там. Все-все, я должен разобраться, а то спать даже спокойно не буду, пока не узнаю, кто это такой. Ой, ладно, все. Ой, пошли. Так, сейчас разберусь. Ладно, чтобы его... Хотя, в принципе, пофиг, даже если он дома будет. Сейчас полиция уже приедет, его посадят. Витёк! А где этот дебил? Я даже имени его не знаю. Витёк! Он вообще что ли не разговаривает? Витя! Франкенштейн, твою мать! Бэээ, дебил. Так, у меня, кстати, карточки... Да... Он вообще ни хрена не соображает. Объелся протеинов, качок проклятый. Так, о, да, подходит, подходит. Что-то он скрывал вот тут. Цепи везде. Так. Попался! Господин, господин, я принес вам еще одну жертву! Ха-ха-ха, ты попался! В смысле попался? Кто это такой? Еще, кто? Это Дракула? Да, ну стой, Витя, полакомимся сегодня, иди сюда! Нет, я раскромсаю на песочке!